Интересные образы рождаются не только при прочтении книг, но и глядя на обложки отдельных экземпляров. К такому мнению пришли участники мастер-класса «Bookface», организованного поселковой библиотекой для молодежи Ленева. Каждый впечатлился, как здорово реализуют идеи библиотекаря, и научился делать необыкновенные снимки с книгой в руках. На страницах социальных сетей и библиотечном сайте ленёвские хранители книг неоднократно удивляли подписчиков умением непревзойденно привлечь внимание к книгам, регулярно делая яркие и необычные фото с книгами и журналами. Пришло время поделиться опытом, передать знания молодежи и почерпнуть у них новые идеи. Так и появилась мысль провести обучающий мастер-класс. Тут же еще выражение лица, например, важно, да, чтобы вот к этой позе подошло тоже. Этого тоже всего добивались. А сложность еще в том, что, видите же, да, библиотека крошечная, и обложки сильно разные, и получается вот интерьер вот в наших вот этих четырех стенах очень-очень разный создать тоже сложно. Казалось бы, платье, да, но это тоже штора вот так накрученная, чтобы было. И вот тут Bookface, по-моему, это Bookstage нету, да? Но тут снималось немножко даже с риском тоже для жизни, потому что, видите, надо было немножко ей наклониться, а держаться не за что там было, то есть руки надо было убирать. Чем сложнее задача стояла перед коллективом, тем интереснее и креативнее подходили они к ее решению, часами выстраивая композицию, подбирая нужный фон, дополняя образ деталями, добивались оригинального актерского исполнения. Задействовались все ресурсы, привлекались к сотрудничеству собственные библиотечные кошки, а также дети, мужья и собаки сотрудников. В поисках новых захватывающих образов библиотекари обошли все школьные и детскую библиотеку. Объектом съемки становились не только люди и животные, но и растения. И тут было важно масштаб журнала совместить с объектами реального фона. Это тоже насколько трудно, настолько интересно. С 2020 года этой акцией мы увлеклись. И получается, 2021 и 2022 прям плотно занимались. Полностью это называется Bookface Friday, то есть книга «Лицо пятница». По пятницам, получается, эта акция выходила. То есть в соцсетях каждую пятницу новый снимок мы выставляли. Там было много ценителей настоящих. То есть это же не просто лицо совместить, а когда ты уже стараешься до каких-то тонкостей и деталей всю эту атмосферу как-то всю передать. Настоящие ценители это видели. Показав ребятам все опубликованные ранее Bookface, перешли к просмотру истории их создания, где наглядно видно, насколько трудоемким и захватывающим может быть процесс создания яркого образа на снимке. Самым увлекательным был творческий поиск самих школьников, которым библиотекари предложили попробовать себя и своих друзей в разных образах. К их услугам были советы наставников и весь библиотечный фонд, который девушки и парень пересмотрели от пола до потолка, все стеллажи в поисках подходящей обложки. Не знаю, я так много книг никогда не щупал в своей жизни за один день. Тяжело. Я много книг пересмотрел. Вон олень стоит, к примеру. Я хотел к нему рога найти, но рогов тут нет. Вот картины здесь висят. Я тоже хотел здесь найти какую-нибудь книгу, чтобы сделать продолжение картины, но не нашел. Не попало. Надо отметить, что ребята подошли к делу основательно и с фантазией, не довольствуясь только лишь простыми вариантами журналов с лицами знаменитостей и не ограничиваясь стенами книжного фонда. Ловили кадры на фоне уличных пейзажей. Довольны оказались все, как процессом созидания, так и полученным результатом. Желание появилось дальше пробовать что-то новое, фотографироваться. Понравилось очень. Правильно подобрать позу человека, по одежде, правильно найти, подстроить как-то. Идея с фотографиями и книгами – это что-то такое нестандартное, особенно придумали такой образ, что надо совмещать человека и книжку, подобрать правильный образ, фон, в принципе, настроение, скажем так, эмоции. И это все очень-очень классно и мне нравится. Были сложности, когда вроде бы хочется сделать фотографии с той или иной книжкой, но нет немножечко подходящей концепции, скажем так. Не в то одет или еще что-то. А так, в принципе, атмосфера прекрасная, люди все добрые, девочки мои, с которыми я очень хорошо общаюсь, помогали, смеялись, шутили, так что все прошло просто замечательно. Учитель, пришедшая со своими ребятами в библиотеку, высоко оценила работу библиотекарей, популяризирующих необычным способом бумажные книги, и по-новому взглянула на своих подопечных. Радует то, что молодое поколение сейчас все-таки к
книгам приходит. Правда, конечно, чаще аудио слушают, чаще в электронном варианте читают книги. И вот когда мне Анастасия позвонила вчера и сказала, вот реклама такая книг, я загорелась, как девчонка. Начала обдумывать, кого пригласить. У меня выпускников-то много в этом году, 5 классов, но надо было вот таких, кто и книгам неравнодушен, и, может быть, фантазия, воображение. Процесс пошел, мне особенно приятно было, когда Светлана сказала, все, мы закругляемся, а дети закругляться не хотят. То осенью мы придем опять. Сама-то идея меня впечатлила настолько, что я предложила библиотекарям какой-то конкурс создать, потому что обидно, что вот такая работа, и она остается только где-то на сайте библиотеки, не более того. Потому что все-таки реклама книг бумажных должна быть вот именно в духе современного времени и с привлечением молодежи. Я думаю, пусть они нас чаще зовут. Поэтому пусть приглашают Анастасия, Светлана, Дарья. Мы придем. Труд библиотекарей и их креатив отметила и молодежь, увлеченно обсуждая яркий эмоциональный опыт, который переняли у них и горят желанием применить его снова. Их старание впечатлило, терпение. С кошками, очень понравилось с кошками, прям идеально сошлось с кошками. С кошкой Соня очень красиво получилось. Я считаю, что они идут полностью в правильном направлении, потому что молодежь сейчас больше как-то в социальных сетях развивается, то есть читают книги тоже там. А так, когда тебя зовут на такие мероприятия, и ты сама прощупываешь все эти книжки, подбираешь образы, тебе становится интересно, ты там листаешь странички, из этого там, возможно, ты возьмешь какую-то книгу для себя, начнешь ее читать вживую, а это уже совсем другое. То есть ты ее можешь прочитать несколько раз, там, вот эти все странички, запах книги опять-таки. Работа библиотекаря я рассчитываю как, ну, достаточно такой... Не то чтобы загруженной, а действительно важной. Школьники, взрослые. Читать, развиваться никогда не поздно. В свой черед и библиотекари, отмечая, насколько среди подрастающего поколения престижно быть начитанным, готовы реализовывать новые идеи, чтобы совместная деятельность была обоюдоинтересной. Убедилась, что быть начитанным и быть причастным к библиотеке – это престижно даже среди молодежи. Как мне ну, я, честно сказать, так не думала уже. То есть, конечно, есть читающие дети, безусловно, но то, что это среди них вот именно престиж и почет какой-то, я так уже не думала. Но вот у нас же каждое начало лета ребята ходят подписывать обходные. Кто идет из школы, они подписывают. И вот они приходят, когда компаниями, они вот... Ему приятно говорить, что меня-то здесь знают, я-то здесь. И вот среди компаний это же видно. Они могут это похихикать над этим все, но это же видно, что на самом деле это какая-то даже зависть. Ну, так что... И вот, вот этой акцией, ну, как раз можно свою начитанность будет показать сразу, то есть по всем соцсетям это, отправить вот эту фотографию. Сегодняшним мероприятием мы, может быть, новую жизнь хотели вдохнуть уже вот в эту акцию BookFace, потому что она интересная. Я вот даже на примере сегодняшних детей заметила, что она правда, она очень быстро вызывает интерес. И при том у всех поколений, и хорошо, что и у молодежи как раз тоже. Вот. И раз такой интерес есть, то, наверное, мы действительно осенью попробуем какой-нибудь конкурс объявить, уже продумаем, как дальше. Ну, то есть в основе будет вот идея BookFace лежать, а дальше уже продумаем, как это будет отдельно между ребятами, между командами каким-нибудь, какую-нибудь тематику дадим, не знаю пока еще, но раз есть интерес, точно будем делать.